Доброе утро. 61-й день. Встаем на весы. Сто 17 800. Что такое вверх ногами? 7 утра, у меня завтрак. 2 яичка, кофе и 350 грамм каши с ягодами. Каша овсянка. Хотела показать, вот все забывала эти дни. Знаете, чем я горло брызгаю. Вот купила вот в такой... Ой, где фокус-то? Ловись. В пластиковых теперь. Они не в стеклянных, а в пластиковых. 15 рублей. Люголь. Раствор с глицерином. Я у нее спросила, говорю, оно как раньше. Я потому что читаю, здесь как бы спирта-то нету. Здесь только глицерин и что тут, вода, йод. Но он именно, я думала, он спиртовой раствор. Те, в котором раньше мазали. Вот это тоже мазать. Но я его перелила в баночку. С прыскалкой. И пользуюсь. В общем, короче, вот эта штука классная. Вот эта штука. Вот это вот настоящий, как раньше был. 15 рублей, я обхихикалась. Я говорю, ладно, давайте, говорю, попробуем. Я говорю, может, он тот? Оказался тот. Ой, ладно. Все, пью чай. Фу, кофе. Завтракаю, собираюсь на работу. Это... Еще дел с утра надо сделать. Сварить и себе на работу, еще ничего не делала. Завтраки, каша варится. Любови Николаевне. Пшеничная. Дмитрий Михайлович, как всегда. Яичница у него. Или омлет. Ну, Танюша, наверное... Не знаю, пусть лаваш ест. Там лаваш куплен. Я вчера рулет делала с лаваша, оно не показало. Что-то мне ни сил, ничего не было. С морепродуктами. Коктейль. Капустка, огурчик и крем. Крем-паста креветочная. Все это завернула. Наверное, вкусно. Я такое ем, но мне сейчас нельзя. Наверное, им очень вкусно будет. Так, ладно. Буду кушать и собираться. Так, у меня перекус. Печёночные оладушки. Рисовая мука, печёнка. Одно яичко. 100 грамм печени. Рисовой муки 50 грамм. Одно яйцо. Все. И соевый соус. Маленько. И специи чуть-чуть. Все, 6 штучек у меня оладушек получилось. Я перекушу. Перекушу, чай еще сделаю. Всем добрый вечер. У меня ужин. Обеда у меня не было. Очень много было... Ну, не в плане покупателей. Очень много было работы. У меня сегодня ученица была, поэтому... Мы с ней очень много всего разбирали. Некогда было кушать. Так, в общем, у меня омлет, яйца, помидоры, колбаску, которую я делала. Она, правда, естественно, форму не стала держать в горячем виде. Она вся так это по кусочкам разложилась. Ну, ничего, куриное мяско. Сверху маленько положила вот... Буквально 3 вилочки аджички. Очень хочется остренького. И чай с лимоном. По состоянию. Состояние нестояние. Не очень хорошее. Так что поем. И скорее всего, не скорее всего, а точно лягу. Ничего делать не буду сегодня. Все, всем пока. Сегодня очень короткое видео. Так что...
кушаю и ложусь.